Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам, как разводить жителей в Minecraft Pocket Edition. Как видите, здесь у меня уже есть два жителя, они что-то там, может, говорят. Но для этого нам понадобится построить вот такую коробку, которую вы видите у меня на экране. Она может быть разных размеров, но лучше ее делать большой, если хотите много жителей заспавнить, допустим. Потом нам понадобится всю коробку закрыть такими дверями. Это нужно для того, чтобы жители думали, что рядом есть двери. Если вы не поставите дверей, жители просто будут, так сказать, ну не будут они размножаться, будут просто стоять в углу. Хотя он и сейчас стоит в углу, но он через некоторое время начнет общаться. Вот мы, вот когда они начнут размножаться, у них должны появиться наверху сердечки. Точь-в-точь, как у моба. Вот он к нему подходит. Тот не хочет. Можем заспамнить еще. Это маленький. Так, опять маленький, большой. Так, вот можно подождать. И мы... Вот, вот. Как видите, вот они начинают. У одного уже начинает играть чувство. Вот скоро начнется размножение. Если у второго появятся тоже самые сердечки, то вот этот убежал. Как видите, у этого замедлилась походка. Он все еще идет. Возможно, у него пропадет желание. Ну, может быть, и появится маленький. Вот. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.